Ребята, всем приветики! Сегодня мы будем готовить очень вкусную курочку вот такую. Так, с картошкой. Что нам для этого надо? Естественно, такая вот курочка. Сейчас мы ее помоем. Потом зелень, петрушка. Укроп у меня вот такой свежайший. Два лука вот таких. Картошка молодая. Соль. Перец. Масло мне надо и немножко майонеза. Ну что, ребята, начинаем готовить. Так, и вторую луковицу точно так же режем. Полукольцами. Сейчас, ребята, лук высыпаем сюда. Видите, у меня такая вот штучка стеклянная. Здесь я буду готовить нашу курочку сегодня с картошкой. Вот там на дно высыпаем нашу. Нашу курочку мы уже помыли, сейчас ее посолим и поперчим. Аккуратно растираем рукой. Ребята, я сейчас вылажу нашу курочку сюда. Так красиво, аккуратненько. Смотрите. Так. Вылажу. Так вот. Ребята, картошку я уже помыла. Сейчас, смотрите, включаю печку. Нашу картошку я буду варить ее, чтобы она где-то наполовину приготовилась, чтобы меньше заняло время выпекать ее. Друзья, наша картошка уже наполовину готова, будем ее выключать. Теперь, ребята, берем одну картошечку и чистим. Друзья, смотрите, нашу картошку я уже почистила. Сейчас буду добавлять к нашей курочке. Ребята, теперь мы берем картошку и разрезаем ее на 4 части. Ребята, последнюю картошку дорезаем. Вот картошка у нас. Ребята, смотрите, картошка уже вся вот так нарезана. Видите? И она, по-моему, у меня половину готова. Классно.
когда-то тоже советую вам, готовьте ее наполовину, потом добавляйте, чтобы много времени у вас не занимало, не запекалось. Так, ребята, а сейчас мы добавляем нашу картошку к нашей курице. Смотрите. Картошка уже половину готова, она у вас не займет много времени это блюдо готовить. На ужин самый класс. Сюда еще картошечку. Так, высыпаем последнюю картошку нашей курочки. Сейчас мы все с вами, ребята, посолим и поперчим. Солим. И перчим. Так, ребята, сейчас мы добавляем подсолнечное масло, я одеваю перчатки, немножко маслечко. Тоже со всех сторон. Картошку с луком перемешиваем. Делаем подушку. Эту сторону тоже вот так вот раз промешиваем. Дружится картошка с луком, с курочкой. Так, я, ребята, использую такой, видите, алюминий. Сейчас буду закрывать. Ребята, сейчас нашу курочку с картошкой ставим в духовку. У нас 180 градусов. Оставляем где-то на 45 минут. Там будем смотреть. Делаем салат, когда наша курочка еще готовится. Так, будет к нашей курочке такой вкуснейший салатик. Так, смотрите, у меня уже порезанный салат. Весенний салатик. Потом добавляем немножко шинки сюда. Так вот нашу шинку, порезанную кусочками. И сверху у меня идет вот такой вот
порезанный сыр тоже кусочками, ребята, нарезала. Вот наш весенний салат. Теперь мы все посолим, поперчим. Сейчас нашу курицу я хочу добавить немножко хорошего. Друзья, смотрите, какая курочка у нас получилась с картошкой, с горошком. Вкуснейший ужин у нас готов. Смотрите, как красиво все получилось. Картошка с курочкой, с горошком. Обалденно, ляпти зажаристо. Очень вкусно. И вот такой салат, видите, наши курочки. И зелень можете добавлять. Если понравилось мое видео, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я жду вас в следующем видео. Пока!